Вот как раз те самые американцы, про которых мы уже заговорили, Мэдисон Чок и Иван Бейтс. Вторыми они стали в этом году в национальном первенстве, а еще только в прошлом сезоне были пятыми. Да и вообще, катаются всего лишь второй сезон они вместе. И Seasons Best, вот посмотрите, 94-98, больше, нежели сейчас заработали Шабутани или иных Кацалапов. Тренируются они у Игоря Шпильбанда. После раскола тренерского дуэта они остались у Игоря. Доктор Живаго. Какой интересный переход, а? Очень мягко исполнили эту поддержку, так одно из другого вытекло. Абсолютно синхронно и очень хорошее расстояние. Но скорость невеликоватая, они аккуратные. Да, скорость, побольше бы скорость, больше бы, конечно, поставили плюсов на этих квизлах. Финальная поддержка, так называемая хореографическая поддержка, которая, знаете, разрешена, да, и приветствуется, даже не просто разрешена, она предопределена в произвольном танце. Вы знаете, очень легкий дуэт, очень
Легкая программа, внешне смотрится. Очень хорошая позиция у пары. Очень неплохая перспектива в ближайшем. Я думаю, что если они так дальше будут работать с Игорем Фирмантом, то через 2 года мы их увидим в другом месте. 20 лет партнерши, 24 года Иванов, они были чемпионами мира среди юниоров, но с разными партнерами. Да? Она каталась с Крэгом Зурмином, а он с Самуэльсом катался. То есть вот такие опытные ребята и перед прошлым сезоном встали в пару. А как вам разница в росте, Александр? Знаете, я абсолютно не смотрел на разницу в росте. Очень пара легко смотрится. И смотрите, как он садится на ноги, практически не видит разницы. Он очень хорошо... Подсаживается? Да, садится на ноги. Очень мягкие ноги. Абсолютно незаметна разница. У тебя в чем дело? Можно это открыть, а можно скрыть эту разницу. Вот Игорь Шпильбунт это удается сделать. Кстати, вращение. Видите разницу в росте, да? А если было другая позиция? Нет, ну, просто все равно, из-за того, что он подсаживается, некоторые позиции у него такие чуть-чуть неэстетические получаются. Неудобные, да? Да, неудобные, может быть, да. Очень сложные, конечно, поддержки найдены, и переходы в поддержках сложнейшие. Вот выход из поддержки мы видим. Очень красивая вот эта идея. Знаете, у пары очень хорошие возможности вот именно работать на перспективу. У них очень неплохая индивидуальная техника. Я знаю, что они отдельно владеют очень хорошо коньком, а это немаловажно в танцах особенно. Чтобы не держаться друг за друга, а исполнять отдельно все элементы на хорошем уровне. Как это неудивительно, но до сих пор сейчас лидеры по произвольному танцу Жиганшина Гажи. По сумме они, конечно, уступили и Шабутани и Ленка Цалапова, но в произвольном немцы первые. А вот сейчас Мэдисон Чок и Иван Бейтс получают очень высокие для себя баллы. Опережают они всех, кто выступил до них. 163-93. Они первые сейчас.